set to go with the mixed bout tonight. Three rounds this schedule in the lightweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Standing 5 feet, 11 inches tall, he weighed in 70.4 kilos. His professional record nine bouts stands at 7 victories and 2 defeats. He fights up and represents Glasgow. His opponent across the cage, fighting out of the red corner. At 5 feet, 10 inches tall, he weighed in 69.9 kilograms. His professional record in 5 bouts stands perfect with 5 victories and no defeats. Fighting out of Liverpool, England, here is the undefeated Kevin the Tasty Hughes! Referee in charge of the action is Neil Hall. Ну что ж, дорогие друзья, первый раунд. Первый раунд. Мы видим, очень все активно происходит в октагоне. И ко мне присоединяется Сергей Калинин. Здравствуйте, друзья. Профессиональный боец смешанных единоборств. Скоро бой в ноябре, да, Сергей? Так точно. Средний вес, все правильно? Средний вес 84 килограмма. Готовимся плодотворно. А у нас сейчас, ребята, полегче. Гэвин Хьюз против Криса Бангарда. Легкий вес. Весовая категория до 70 килограммов 300 граммов. И все так очень активно происходит. Да, очень активно происходит. Сейчас борьба за позицию у клетки. Опа! Перевод. Проходит практически тейкдаун, но вот мы видим, что... Здесь я бы сказал, что запрещено так бить с колена. То есть некие послабления, да, в Шотландии, да, бойцам? Ну, бывает, вообще у профессионала бывают такие вот послабления, что здесь в зависимости от ситуации. Но рефери должен следить за этим. Кстати говоря, Сергей, если мы берем легкий вес и вспоминаем, например, да, UFC... Как тебе вообще ситуация сейчас в мировом ММА, в верхних, так сказать, строчках рейтингов? Твое мнение? Там ситуация с Нурмагомедовым, с Альваресом, вот это все. Ну, знаете, я не сильно так слежу за новостями такими. Ну, они очень пафосно что-то раздувают так прямо. Но это шоу-бизнес, так сказать, и вообще это бизнес. Конечно, они этим привлекают к себе внимание болельщиков, своих фанатов. Вот мы видим, да, что у нас меняется ситуация, и сейчас... Сверху Крис Бангард, боец в перчатках с синим скотчем. Хорошую атаку он провел, пытался забрать ногу. Но... В таких небесных голубых шортах Крис Бангард. Да, ну, Гэвин Хьюз старается забрать спину. Такая, ну, интересная позиция у него. Ну и, наверное... А Крис Бангард ногу держит, чтобы тот не ушел за спину. Сереж, на твой взгляд, как может повернуться ситуация вообще, если брать тактику по ходу происходящего и Бангарда, и Хьюза? Вот твое мнение. Ну, начало боя посмотрим. Ну, они начали очень активно. Оба сухие пока еще, да? Да, сухие. Сейчас посмотрим. Но... Болевой, да, по-моему, пытается... Да, гильотина. Не удается... Но захлапывает вроде бы гард Гэвин Хьюз.
Держит, держит. Но через ручку очень тяжело задушить. Но ему надо перехватиться непосредственно, чтобы... Так! Все. Опа! Бывает и так. Ожидал ты такого, Сергей? Бывает и так. Видимо, очень плотно взялся. Ну что ж, мы поздравляем Криса... Криса Бангарда. Да, я вижу по взгляду, что он даже сам не ожидал, что тот сдастся. Прошу прощения, Гэйвина Хьюза, конечно. Гэйвина Хьюза. Ну, оба бойца похожи, оба такие брутальные. Да, брутальные. Начали прямо с первых секунд. И говорю, что Гэйвин Хьюз сам не ожидал, что задушит через ручку своего соперника Криса Бангарда. Но я думаю, что на практику в российские горы этим шотландским горцам стоит съездить. Твоё да, да, себе. Да. Такой слабенький у них все-таки партер и вообще борьба слабенькая. Мы это говорим не потому, что мы относимся с чувством превосходства, так сказать, к шотландцам. Ни в коем случае. Просто чисто спорт. Просто спорт. Я как профессионал смотрю на это и говорю. Кстати, Конор Макгрегор, по-моему, в этом же весе, да, в легком, если я не ошибаюсь. Конор да. Макгрегор сегодня не бьется, он в принципе в этом да, весе. Он нет, он скочит по весам, так сказать. Скачет. Скачет, да. Аки Сайгак.